Вы серьезно, что ли? Я крашу губы куталином, я обожаю черный цвет, и мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет, напудрив ноздри. Красиво и симпатичен ад. Ну почему вы не понимаете, что это просто сценический образ? Образ! Я как хочу, так и крашусь. На улицу я так не выхожу. Ни в магазин, ни там куда-то кому-то. На Новый год, да, на Новый год, да, я так, может, и крашусь. И то, смотря где и с кем. А тут я могу намалеваться, как хочу. Всем салютики, мои дорогие. Сегодня у меня на завтрак салатик. Китайская капуста, может быть, даже и пекинская, ну, если нет китайской. Кукурузка, крабовые палочки. Яйца у меня тут нет. Яйцо рядом присобачилось. А что там еще-то? А ни хрена там нет ничего больше. Я не люблю вот эти всякие прибам... А, свежий огурец, о! Свежий огурец, он сегодня молодец. И майонез у меня напополам со сметаной, потому что майонез я не очень люблю, и поэтому я его разбавила. Две сосиски нужного размера, а то все за размер почему-то беспокоятся. Сосиски нужного размера для моего рта. Ну, яйцо я уже говорила, оно так это сбоку. Ну, в принципе, будет еще хлебушек, бутик будет. Ну, вот с такой икорочкой. Всем приятного аппетита! Кто собирается есть за компанию? Укропушка, ну-ка давай-ка ступай сюда. Вот вы мне все пишете, что я по-хамски отвечаю людям. Как раз-таки людям я отвечаю всегда очень-очень благородно, вежливо и прекрасно. А хейтеров я обожаю, я уже говорила. Господи, даже для них стихи сочиняю. Ну вот, например, что-нибудь из старенького. Однажды в студеную зимнюю пору два хейтера ночью прилипли к забору. Можно, кстати, и продолжение придумать. Хотя начало было изначально немножечко пошловато. Но я убрала этот момент. И получилось очень прекрасное четверостишье. Ну а что касается того, что я застряла в 70-х годах, это для меня даже какое-то вообще это что-то заоблачное. Проблем, по-моему, никаких не было, потому что я родилась в 1971 году. И до этого момента я нигде не застревала, это точно. И поверьте, когда я родилась, мне было не до косметики. Ну, также, если вы говорите про 70-е года, значит, вы напрямую оттуда.
И вообще не понимаю, если я сижу на экране, неужели вы сами не видите, что я реально в каком-то там, ну, образе, да, что так не красится в реальной жизни. Я не знаю, как так можно краситься в реальной жизни. Налепить на себя звезды. Так может думать только идиот. Ну реально. Хочется и в глаза все божья роса. Вот как по мне, без яйца мне вообще даже лучше намного. Он такой более легкий. Я специально не стала яйцо добавлять, посмотрела. Как будет? Так что вот так, мои дорогие. Каждый думает в меру своих возможностей. Я уже не устаю повторять об этом. Если люди думают, что такой мейкап у меня в жизни, ну тогда, господи, бедные эти люди. Сложно, наверное, вам в жизни живется. Все воспринимаете только всерьез. И это печально. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Спасибо, может быть, кто-то ел со мной. Я буду рада. И вам желаю всегда, как всегда, вернее, позитива, хорошего настроения. Пусть у вас будет все прекрасно. И всем пока-пока.